Едва ступив на порог, пустились в пляс. В хороводе смешались и гости, и хозяева. А веселая кадриль немало засмущала 12-летнюю Чу Юэ. За арку с мальчишкой, тем более иностранцем, танцует впервые. У себя на родине девочка занимается хореографией всего год, но уже уловила отличие. Очень нравится, что русская музыка такая веселая и энергичная. У китайцев совсем другая, более спокойная, тихая. Воспроизводить русскую музыку ребят тоже получили. Для мастер-класса по игре на ложках свои умения пришлось подтянуть и благовещенским лицеистам. Второклассница Вероника, к примеру, готовилась всеми доступными способами. А я дома пробовала на железных. И как? Особо не такой звук был. Миха, давай! Миша! Апогей встречи – футбольный турнир. Причем в счете ведут китайские гости. С молчаливого одобрения земляков-строителей высотки. Впрочем, наши болельщики тоже не подкачали. Поддерживали обе команды и примечали лучших игроков. Вот мальчишка понравился по левому краю индивидуально. Он по несколько проходил, по 2-3 игрока проходил. Вот. И наши во дворе в защите хорошо играют. Еще голы голами, но главное – дружба. Ее теперь символизирует березка, которую посадили во дворе лицея. Такая же дружественная сосна сейчас растет и на территории 6-й школы в Поднебесной. Ее посадили в мае во время визита русских детей в Хэйхэ. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».